На белом свете жили глупые короли, прекрасные принцессы и страшные лесные разбойники. Разбойники и веселые трубадуры. Трубадуры бродили по дорогам, пели песни и устраивали представления, которые народ очень любил. Однажды утром по дороге, ведущей в королевский замок, появился осел, запряженный в ярко раскрашенную повозку. В повозке сидел веселый трубадур, и вместе с ним ехали его верные друзья. Пес, кот и петух. Все они, и юноша, и кот, и пес, и петух, и даже осел, были бродячими артистами. И повозка въехала в ворота королевского замка. В окнах замелькали любопытные лица придворных. Отовсюду к замку сбегался народ, заранее радуясь веселому представлению. На балконе показались глупый король и прекрасная принцесса. И представление началось. Ой, как жаль, что вас там не было. Это было настоящее цирковое представление. Пес крутил тройное сальто. Осел жонглировал огромными гирями, петух танцевал на проволоке, а кот показывал удивительнейшие фокусы с белыми мышами. Казалось, представление окончено, но в конце произошло самое невероятное. Пес забрался на спину ослу. Кот вскочил на голову псу. А юноша подпрыгнул и оказался стоящим на голове кота, да еще кверху ногами. Пирамида получилась такая высокая, что лицо юноши пришлось прямо напротив лица принцессы, стоящей на балконе. Глаза их встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Принцесса ахнула, юноша покачнулся, пирамида дрогнула.
он не удержался на ногах, и друзья-артисты ввалились в высокое королевское окно прямо под балконом. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — закричал король, потому что слов от возмущения у него не было. Стражники ринулись выгонять неудачливых артистов. Первым из ворот замка вылетел осел с оконной рамой на шее. За ним выскочил пес, на котором задом наперед сидел кот. Последним вылез петух, изрядно ощипанный, но не побежденный. Выкатилась повозка. Захлопнулись ворота замка. Друзьям ничего не оставалось, как убраться по добру, по здорову, и чем скорее, тем лучше. Раз, два, раз, два, три, четыре. Вам аплодируют. Спасибо большое. Вот такие у нас юные музыканты. И так здорово. На самом деле профессионалы не могут этого сделать иногда. А вот детям удается. Очень круто. Спасибо.